Привет, дорогие друзья, вы находитесь на канале Технобар Плюс, и сегодня у нас по традиции свеженькое видео на канале Технобар Плюс на платформе YouTube, но первым оно выходит на моем телеграм-канале. Кто не подписан, друзья, обязательно подпишитесь. Ссылка в описании. Желаю всем приятного просмотра. Всем привет, дорогие друзья, вы находитесь на канале Технобар Плюс. Сегодня снова играем в лотерею «Миллионер». Напомню, что недавно в данную лотерею сорвали один приз на 50 миллионов рублей в Москве. Ну вот такое бывает, друзья, но тем не менее я рад за людей. Желаю им удачи в дальнейшем и, собственно, вам также желаю удачи всем зрителям моего канала. Давайте будем начинать. Наверное, все знают правила миллионера. Ну, вкратце расскажу для новичков, скажем так. Стираем сначала бонусы, под ними будет либо без выигрыша, либо какой-то приз. Стираем потом вторая игра, выигрышные числа, ищем их здесь. Нашли, под ним будет сумма. Сумму, стираем множитель, x1 не меняется. x2 умножается на 2, x3 на 3 и так далее. Итак, поехали. Бонусы. Три бонуса без выигрыша. Числа. Мне нравится в этой, знаете, друзья, лотерее. Вы, кстати, подпишитесь на канал Технобар Плюс. Тем временем, пока мы вот это все дело стираем, прожмите лайк данному видео. Прошу вас, друзья. Вам не сложно, а мне приятно. Вот у нас выигрышные числа. Сейчас будем сразу же сравнивать их. Сейчас по-быстрому все это дело сотрем. Вот. Итак, первая линия. Проверяем. 65 нет, нет, 40 нет, нет, 11 нет, нет, 54 нет, нет, 45 нет. Поехали дальше. 24 нет, нет, 79 нет, нет, 34 нет, нет, 14 нет и 19 все же нет. Поехали далее. Возможно, приз еще впереди. Тут в разнобой идут числа, тем более. 73 нет, 47 нет, 62 нет, 67 нет, 68 также нет. Так. Ну, что-то у меня надежды все меньше и меньше. Да, так оно и есть. Друзья, смотрим по числам. 53 нет, нет, 81 у нас 82, 50 нет. 13 нет и 74 также нет. Друзья, билет безвыигрышный, но что ж и такое бывает. Не стоит расстраиваться, купил всего лишь один билет. Ну, что-то захотелось сегодня взять билет, ну, из-за этого и купил. Ну да ладно, я желаю всем удачи, всем успехов, чтобы у вас не было вот таких вот проигрышных билетов, а были билеты хотя бы с выигрышем, ну, приблизительно вот таким, соточка и выше. Я имею в виду 100 тысяч. Друзья, подписываемся на канал Технобар Плюс, я желаю всем удачи, всех обнял.